На Личине продолжается цикл встреч работающей молодежи региона в рамках районной акции «Сила в единстве». Молодые люди организовывают производственные экскурсии на свои предприятия и обсуждают реализацию государственной молодежной политики. Подобные мероприятия уже проходили во многих организациях района. На этот раз гостей принимали в открытом акционерном обществе «Лидагропроммаш». Его посетили представители Лидского литейно-механического завода, управляющей компанией холдинга «Литсельмаш» и завода «Оптик». Гости побывали в цехах предприятия и увидели новые образцы техники. Затем в конференц-зале состоялся открытый диалог, в ходе которого обсуждались особенности работы с молодежью на Лидагропроммаше. Следующая встреча единомышленников пройдет в открытом акционерном обществе «Завод Оптик». На предприятии очень большое внимание уделяется молодежи, которая приходит к нам работать. Проводится ранняя профориентационная работа по привлечению учащихся школ, профессионально-технических колледжей, лицеев для работы на предприятии. И молодежь, когда приходит к нам, в принципе, мы стараемся им обеспечить надлежащие условия работы, чем-то заинтересовать, чтобы они впоследствии им захотелось остаться работать у нас. За каждым молодым специалистом у нас закрепляется наставник, то есть система наставничества действует уже порядка 8 лет на предприятии. Опытные работники передают свой опыт, свои знания, не только профессиональные, но и какой-то жизненный опыт. Взаимоотношения в коллективе помогают выстроить молодым людям, вот, как бы, чтобы была связь поколений. Это очень важно, потому что... Ну, многие рабочие, которые работают у нас, проработав по 40 лет, практически с момента создания завода, пройдя рабочий путь от рабочего до руководящих должностей, они очень много могут передать молодежи и в профессиональном плане, и в житейском плане. Для того, чтобы как-то заинтересовать молодежь работать, мы проводим обучение, то есть молодежь... повышает квалификацию, стараемся направлять их на различные курсы, учебу. Вот. Ну, кроме того, чтобы как-то разнообразить досуг, привлекаем молодежь к различным мероприятиям, общественно-политическим, культурно-развлекательным. То есть и проводится практически ежегодно, мы выезжаем коллективом на хоккейный матч «Динамо Минск». Молодежи это очень нравится, потому что атмосфера спортивного праздника, которая царит на Минск-арене, она, ну, такая своеобразная, да. Кроме того, например, ну, не секрет для многих руководителей, что после того, как молодые люди уходят в армию, отслужив, очень редко они возвращаются. Поэтому 4 года назад с руководителем и профсоюзным комитетом было принято решение, что те молодые люди, которые возвращаются после службы в армии к нам, получают единовременную материальную помощь в размере 15 базовых величин.